Михаил Мишустин оценил план развития парка «Маяк» в Магадане. Проект второй очереди строительства представила архитектор Людмила Терещенко. Я хочу сказать, что «Маяк» ваш не знаем. Его очень часто изображают на различных, в том числе, картинах всего Магадана. Замечательный проект, очень красиво. Вот, расскажите, пожалуйста, что еще вы планируете здесь делать и как можно быть вам полезным? Парковочную зону в два раза больше, чем существующая, и спортивный кластер. Комплекс площадок для различных слоев населения и различных интересов. Он будет включать в себя площадку стритбола, панафутбол и различные спортивные площадки с оборудованием, кроссфит, воркаут и так далее. Что самое важное, наверное, в городе этого нету, хочется площадку с оборудованием для занятия спортом. Это альбом. Для занятия спортом маломобильного населения. Проект, а предложение? Расширение здесь есть? Да. Посмотрите. Вот. Вот оно, да. Вот наш существующий план. Да, план. У нас, к сожалению, еще пока в проекте, поэтому нет возможности вот таких качественных кадров. Можно я разберу, да? Конечно, это вам. И мы, конечно, рассчитываем на вашу помощь, на поддержку в развитии парка и в целом нашей набережной, потому что территория очень важная. Исторически люди любят ее, но, к сожалению, так сложилось, что развитие города пошло дальше, а набережная вот осталась... Однозначно. Да. Не просто поддерживаем, будем просить об этом и нашего министра развития Дальнего Востока, чтобы посмотреть, что у нас есть из ресурсов. Уверен, что мы найдем средства на стоянку точно, абсолютно, да, парковку соответствующую. И как раз на... Это не самые большие деньги, но на территориальное развитие этого комплекса обязательно нужно найти средства. Глава российского кабинета министров Михаил Мишустин в рамках поездки на Дальний Восток 17 августа прибыл в Магадан. Здесь премьер провел несколько часов. Посетил рыбный терминал морского торгового порта, осмотрел несколько отделений онкологического диспансера, встретился с главой региона Сергеем Носовым.